ЧП областного масштаба губернской свиноводческой отрасли может быть нанесен смертельный удар. Потенциальный ущерб исчисляется сотнями миллионов рублей. Впервые в истории в Самарской области на ее территории зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Как сообщили ТЭРи в региональном управлении Россельхознадзора, это произошло в селе Гремячка в Хворостянском районе, вблизи границы с Саратовской областью. По данным ведомства, там, на частном подворье, от неизлечимого вируса накануне погибли практически все животные, 86 свиней. В среду появление вируса африканской чумы подтвердили анализы тканей, взятые из туш. Заболевание безвредно для человека, но сам он может выступать в роли переносчика. В настоящее время проводятся все необходимые ветеринарно-санитарные и противоэпизоотические мероприятия, которые направлены на предотвращение распространения вируса и ликвидацию очага. В радиусе 5 километров от места заражения установлен карантин. Все трупы погибших животных сжигаются. По мнению экспертов, вероятнее всего, чуму занесли автотранспортом из Саратовской области. Численность диких кабанов, которые также могут быть вирусоносителями, уже максимально сокращена по решению федерального правительства. За 3 месяца в губернии из почти 5000 голов выбито 2600 единиц.